Опальный глава Ташлинского района Владимир Сусликов и руководитель районного УЖКХ Петр Мерешко продолжают искать правду в судах. Напомним, 15 апреля районный суд приговорил их к 1,5 и 1 году лишения свободы соответственно. Правда, условно. Главу обязали выплатить штраф 10 тысяч рублей. А в качестве дополнительного наказания и, пожалуй, самого болезненного, лишил их права занимать руководящие должности сроком на 3 года. Ташлинский суд признал их виновными в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Подав апелляционную жалобу на Ташлинский районный суд, оба осужденных 3 часа доказывали коллеги по уголовным делам областного суда свою невиновность. Гособвинитель, напротив, припомнил чиновникам бюджетные деньги, выделенные на спортсооружение, которого по-прежнему нет, сельские котельные, выведенные на баланс коммерческого предприятия, а также дорогую иномарку. Всего стороны оспаривали дело в несколько томов, но к единому мнению сегодня так и не пришли. Решение по делу перенесли на 12 июля.